Губернатор Ямало провел совещание глав муниципальных образований региона в Санкт-Петербурге. Открывая выездной совет, Дмитрий Кобылкин назвал его знаковым событием и выразил уверенность в том, что это позволит значительно расширить возможности взаимодействия Ямало и северной столицы. В своем выступлении он в очередной раз обратил внимание глав муниципалитетов на то, что главным потенциалом округа остаются люди, объединенные северным образом жизни. Акцентировал внимание и на молодых ямальцах, которые получают образование в Санкт-Петербурге и других городах России. По мнению Дмитрия Кобылкина, именно крепкая связь, поддержка и помощь студентам во многом создает необходимые предпосылки для возвращения выпускников на Ямал. Считаю, со стороны муниципальных образований должны быть разработаны стимулирующие меры в виде привлечения на практику и муниципальных программ поддержки молодых специалистов, приоритеты для своих и лучших приглашенных кадров, заявил губернатор.